Причина вот в чем. Не в том, что какая-то плохая земля, плохие семена. Возбудители заболеваний многих есть всегда в оболочке. Как у нас внутри тоже есть возбудитель заболеваний, но мы в силах им сопротивляться. Растение та же самая опера. То есть, когда падает иммунитет растения, появляется черная ножка. Если она находится внутри, так что же это все? Ставь крест на будущей рассаде? Нет, просто ее, как правило, очень мало содержится, и она практически ничего не делает. Но это типа грибка ведь, типа, да? Это ножка. Есть грибковое заболевание, да. Просто мы уже, если мы провели предпосевную обработку, обеззаразили поверхность семени, плюс мы еще протравили саму землю, в принципе, ее стало вообще минимально, но если будет сквозняк, бодренький такой еще, если мы еще полили перед этим, то даже в таком случае черная ножка может появиться. Поэтому сквозняков избегайте. Избегаем.